Роза Сибитова планирует сделать интимную пластику ради жениха. Ведущая телешоу «Давай поженимся» рассказала, что ее новый избранник живет на Кипре и занимается недвижимостью. Он, как и знаменитая сваха, татарин и является довольно состоятельным. В честь официального закрепления их отношений узами брака, Роза решила порадовать своего возлюбленного и с этой целью обратилась к хирургам. Сибитова выдвинула своему избраннику одно требование – мужчина не должен общаться с прессой. По словам Розы, она не будет терпеть, если на ней решат пиариться или зарабатывать деньги. Стоит отметить, что Сибитова уже не первый раз решается на пластику. Знаменитость не скрывает, что прибегала к услугам хирургов. Всего, по словам Розы, она перенесла 8 операций. Телесваха рассказала, что на обращение к специалистам ее подтолкнуло не только желание быть молодой и красивой. Когда Роза похудела на 20 кг, вмешательство экспертов стало неизбежным. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!